Взрыв прогремел в индийском ресторане канадского города Миссисога в 30 километрах от Торонто в четверг вечером. По данным полиции, самодельное устройство заложили в заведении двое неизвестных, скрывавших свои лица под масками. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали их фотографии с камеры видеонаблюдения. В результате нападения пострадали 15 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Злоумышленники скрылись с места преступления. Их местонахождение неизвестно. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Около месяца назад в Торонто мужчина на минивэне въехал в толпу пешеходов, убив 10 человек и ранив 15. Следствие полагает, что преступник действовал из ненависти к женщинам.